Вот представьте, сидит бедный ютубер с 10к подписчиками, старается над видосиком в попытке набрать просмотры. А тут бац и всплывает экшен! Трэш! Где богатенький папаша купает своего сынишку в бассейне кока-колы? Пиздец, как зрелищно наблюдать за этим! Только не показывайте, сколько это набрало просмотров, только не показывайте, сколько... Сколько? 5 лямов! За 20 часов! Перед началом ролика хотел бы посоветовать магазин дешевых игр, ссылка в описании. Все же многие из вас пришли, чтобы посмотреть на бассейн из колы. Так как у меня нету денег на такое количество, я буду переводить зарубежный ролик. Я готов. Да, орел нищеброды. Ну что, мы с моим отпрыском налили полный бассейн колы, а вы даже стакан не можете налить. Ха-ха! Вот бутылочка с красной повязочкой. Мы же не пиздоболы. А это типа Ментос и нищебродский дрон. Чтобы вы не подумали, насколько дохуя бабла у нас. Торжественно при вас заливаем последнюю бутылку колы. Чистый сорт. Без красителей и консервантов. Давай, малой, хуячь этот Ментос в водичку. Охуенно щипит! Шикарно! Ну что, ребята, когда мы захуячили в этот бассейн 1,5 косика колы и въебали немалую дозу ментоса, мой пиздюк готов купаться во всем этом дерьме. Давай, прыгай, какашка! Coca-Cola pool. Ничего себе ты, петушок! Батя, у меня идея! Давай отдадим все это голодающим людям в Африке! Хм, я чувствую, как водичка уже проникла до моего псюнчика! Сыночек, не надо глупостей! Кстати, время рекламы колы закончилось! Окей, понял, выкину на травку! Молодец, сыночка, дворникам же нужна работа! На, сука, сквиртово лицо! Прекратите снимать это дерьмо! Прошу вас! Сейчас разъебу ваш бассейн! Ну вот и все, с вами был Дюф, и если понравился ролик в таком стиле, то ставь лайк. Также можешь подписаться на канал и оставить комментарий. Всем пока.